что ж, всем здорово, дорогие друзья, с вами как всегда Ник, продолжаем играть с вами в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Genshin Impact. Давайте для начала соберем награды боевого пропуска, но нам еще надо много опыта, чтобы следующий уровень даже поднять боевого пропуска. Давайте пока просто соберем, я не знаю, очередные 200 камней истока, которые здесь есть, и пойдем с вами под заданием доставки. Сразу же, наверное. Сколько у нас еще дней доставки? Еще 4 дня, включая... Ну, то есть сегодняшние еще 3 дня. Включая сегодняшние, имел в виду. Охотник Экспресс. О, кстати, это прямо здесь находится. Отлично. Не придется никуда телепортироваться. Уже замечательно. Долбанные столики. Так, Сара, давай, короче, сюда свое задание. Я слышал, есть особый заказ. Да, ты как раз вовремя. Валет недавно заказал у нас блинчики к чаю и уже оплатил их. Попросил доставить. Ну, да-да-да, и не против. Сейчас же доставлю. Очень хорошо, спасибо тебе. Итак, смотрим условия. Она, конечно, их говорит, но здесь гораздо легче все это прочитать. Выполните доставку за 95 секунд. Во время выполнения задания запрещен спринт и получение урона, но не запрещен полет и получение элементальных статусов. Итак, собственно, нам надо куда-то сюда. Я думаю, я пробегусь отсюда. Отсюда будет быстрее, чем карабкаться на гору. Там к тому же пик. И эта гора очень высокая, поэтому... Пойдем через этот телепорт. Спринт и получение урона у нас запрещено. Понял, принял. 83 секунды, но карабкаться, по-моему, у нас не запрещено, да? Прыжки же не являются спринтом у нас, я надеюсь. Да, это вроде не является спринтом, уже неплохо. Так, или Чурлов можно попытаться обойти здесь. Блин, ну я чувствую, не трачу ли я зря время, забираясь вот на эти уступы. Прыжки у нас тоже, в принципе, не запрещены. Палат в беде, но нас это особо не интересует. Угу. Там нас кто-то заметил, но, в принципе, пофигу пока что. Нам нужно идти именно по заданию. Игнорируем всех монстров. Надеюсь, в нас какая-нибудь шальная стрела не попадет сейчас. Ну, вроде бы это было просто, если я не ошибаюсь, как бы. Единственное, только долбанный Хиличурл чуть не зафакапил мне квест. Потому что он не решил отставать от меня и преследовал меня до самого конца. Ну ладно, окей, типа, все равно мы прошли, успели, у нас много запасного времени осталось. О, да, кстати, здесь надо Анемокул взять. Насколько я помню, он у нас находится здесь под скалой, и я его так и не собрал. А нет, он на скале. А чё, я здесь не был, что ли, ни разу? Надеюсь, он умрет там. А, не умеет летать, понимаю. И этот телепортировался просто сюда. Ну окей, давайте мы пробуем от них сбежать, ибо драться мне сейчас с ними нет никакого резона. А вот кристаллы бы желательно, конечно, пособирать для рецептов, для брони. Обломки кристалла можно, кстати, сразу в руду перемещать, потому что они, наверное, требуют столько для улучшения трехзвездочного оружия, которым я, по сути, не пользуюсь. Так, следующий квест надо обязательно пометить его на своей карте. Доставка ваншу. Так, это уже в Ли Юэ, в порту вроде бы, рядом с улыбчивым Сяо, насколько я помню. И у нас сегодня квесты в Ли Юэ. Видите, я сегодня появился в Манштате, вчера были квесты в Манштате, хотя я был в Ли Юэ. Сейчас я был в Манштате, но квесты... Вчера я был в Ли Юэ, и квесты появились в Манштате, а сейчас я появился в Манштате, но квесты появились в Ли Юэ. Видимо, они чередуются день через день. То там, то там. После того, как ты откроешь способ получения квестов в Ли Юэ. Ну, то есть, по сюжетным заданиям. Так, улыбчивый Сяо у нас, по-моему, где-то внутри здесь находится. Где-то внизу. Самый сложный, кстати, квест, по-моему, третий будет. Я уже просто видел эти квесты и уже знаю, что и где надо будет доставлять. Ну, примерно. Третий помню только. Только третий помню, где доставлять. Окей, я доставлю. Итак, что нельзя делать, говори.
Давай, 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 я сейчас занят по горло. Выполнить доставку с 10 секунд. Во время выполнения задания запрещен полет, спринт и получение элементального статуса. Ну окей, поехали. Сразу телепортируемся к ближайшей точке. Блин, как хорошо, что у меня сейчас телепорты на всей карте открыты. Я могу не открывать их заранее, а наслаждаться сейчас прохождением этого ивента сразу же. Собственно, а как мне пересечь эту реку? Давайте посмотрим вообще. Если я их убью, они, скорее всего, заново здесь появятся, когда я начну проходить испытания. Давайте попробуем их убить. Надо просто тогда понять, как здесь перебраться иначе. То есть без полета, без элементального статуса. Как-то перепрыгнуть, что ли? Но как тогда получается это перепрыгнуть, я не знаю. Можно пройти вот через эту скалу, залезть здесь и обойти через мост. Потом побежать по мосту. С той стороны, видимо, вряд ли получится что-то сделать без полета, да? Да, там вообще... Хотя там тоже не так далеко обходить. Даже не знаю, где будет лучше. Надо еще проверить, могу ли я перепрыгнуть как-то без получения элементального статуса. Спринт, если запрещен, да? Не, перепрыгнуть, видимо, здесь никак. Тут слишком высоко. Да, я сразу получаю статус мокрый, это надо обходить здесь все. Ну ладно, постараемся обойти, что я могу сказать. Выбора у нас другого особо нету. А с другой точки нам, в принципе, не пройти сюда. Ну разве что только вот с этой. Ладно, так или иначе, давайте попробуем пройти этот... Ой, я не то нажал, прошу прощения. Давайте попробуем еще раз этот квест пройти. Опять же говорю, я вот не знал, как здесь проходить, потому что этот квест я уже не смотрел. Я смотрел только прохождение последнего этого. Просто как раз заходил на стрим ненадолго по Genshin Impact перед записью видео. И увидел там случайно, короче, как пройти этот квест. Там как раз человек проходил этот квест, третий. И третий я примерно знаю, как пройти. А вот с другими что делать, я еще не в курсе. Первый был легкий. Первым даже никаких, собственно, трудностей у нас не возникло. А вот с двумя этими будет посложнее. А с третьим так еще должно быть сложнее. Там прям вообще мало времени дается и куча врагов. Ну, я надеюсь, у меня все получится. Так, здорово, братан, улыбчивый Сян Яо, давай, да-да-да-да-да-да, давай квест, быстро. Доставлю, доставлю, окей, будь любезен, занят по горло, да-да-да, это я все слышал. Давай, телепортируемся сразу сюда, по-быстрому. Блин, эта точка со звездочкой мне мешает. И, кстати, рядом с этой звездочкой не вижу ни Геокула, ни Аномокула. Ну, Геокул здесь должен быть. Но либо он слишком высоко, и поэтому я его не вижу, и надо закарабкаться на скорую, либо я уже собрал этот геокул когда-то и забыл убрать просто звездочку. Мне кажется, второе это скорее всего. То есть, что я уже его собрал и забыл просто звезду убрать. Интерес, слайма заново появится? Так, ну и как я понимаю, здесь нам надо залезть наверх и перебраться через мост. Блин, я чуть было не взлетел сейчас, вот это было... Сейчас бы эпик фейл был бы. Если встретятся еще враги, они меня ударят, я буду их убивать. Потому что слаймы вроде бы не отреспавнились. Так, подожди, мне не надо здесь карабкаться, мне надо понизу пройти.
Здесь никаких кабанов здесь, которые могут мне нанести урон, не будет. Ой, кто-то меня заметил сзади, блин, то лучник. Опасно. А здесь еще хили-чурлы. Но они вроде бы меня не заметили, и то хлеб как бы. Ну да, если просто обойти, в принципе, этот квест пройти достаточно легко. Так, я принес. Давай. Вот ваш заказ. Готово, спасибо большое. Окей, не вопрос, заказывайте еще. А мы с вами отправляемся уже на третий квест. Давайте примем свежий заказ. Вот этот квест должен быть самым сложным, по сути. Надо с ним как-то расправиться по-быстрому. Мне, кстати, очень повезло, что меня не ударил морозный... Ну, не морозный, а хили-чурл, который с замораживающим луком. Интересно, а тут хили-чурлы просто носят оружие, которое стреляет ледяными болтами, или не обладают силой именно льда и огня? Ну и прочее. Мне кажется, что это просто хили-чурлы, которые стреляют морозными болтами. Не знаю, откуда они их берут и как они используют вообще этот навык. Но, видимо, это как-то так работает. Вот, и третье здание у нас будет, по сути, самым сложным. Сейчас мы пытаемся его пройти с первого раза, надеюсь, получится. Но оно сложное, опять же, поэтому, возможно, с первого раза не получится. Да и досконально не знаю, куда именно бежать. То есть я буду все вспоминать сейчас на ходу. Потому что я все забываю, такие мелочи, знаете, которые даже я видел. Да, давай, возиться, бла-бла-бла. Сейчас же доставлю, рассчитываю на тебя. Итак, говори, какие условия. Выполни доставку 115 секунд, во время здания запрещены полет, карабканье и получение элементального статуса. Ну окей, понял, карабкаться нельзя тогда получается, окей. Если полет и карабканье запрещено, нам придется с этого чекпоинта идти, а не с того, который поближе. Потому что перелететь тупо через озеро нам не получится. И мне кажется, здесь будет проще добежать до квестового перса. Надеюсь, что лаги андроида мне позволят все-таки это сделать и успеть вовремя. Переплывать тоже нельзя, так как у нас нельзя получать элементальный статус. Что тоже плохо. Блин. Так, вроде спустился более-менее. Так, элементальный статус нам нельзя получать, поэтому это придется все обходить. Так, на мелководье тоже нельзя заходить, ибо там тоже элементальный статус можно получить. И при этом нельзя карабкаться, то есть нам еще нельзя пользоваться горами. Но вот такие вот, знаете, небольшие подъемы мне, в принципе, можно делать, да? А вот здесь я уже не смогу так нормально пройти. А нет, могу. Здесь я могу вот так вот по краешку пройти, в принципе. Ага, тут хили-чурлы мешаются. Интересно, это считалось за карабканье или нет? Господи, сколько их здесь? Так, надо от них избавиться. И тогда понять, как здесь лучше будет все-таки пройти это все. Господи, какие они раздражающие здесь. Их так дофига. Давайте сразу ультанем, чтобы они нам не мешались в будущем. И тут еще квест есть, кстати, и геокул. Надо быть потом это сделать. И квест пройти, и геокул забрать. Так, и как же мне тогда это все пройти? То есть, если я иду вот здесь, то я могу пробежать вот по этому краю, да, в принципе. Потому что нам надо карабкаться, и смогу ли я здесь пройти дальше, если я буду бежать вот по этой штуке. Давайте мы еще нас заранее всяких хили-чурлов там убьем. Блин, это сложно, это реально сложно будет здесь сделать. Причем нельзя даже чуть-чуть оступаться и наступать на эту фигню. И все это еще и на время. Здесь нельзя пробежать. А где тогда надо пробегать? Так, допустим, мы прибежали с вами сюда. Блин.
Блин, а как здесь будет пройти тогда, получается? Чё-то я не врубился. Или типа нужно продолжать бежать вот по этому краешку? Я дойду до моста, в принципе, да. Ой, тут можно оступиться очень легко. Блин, это будет сложно. Но спринт я, по-моему, могу использовать, да, если я не ошибаюсь? Блин, подождите, или эти кристаллы мне зафакапят опять же прохождение, надо от них избавляться. Интересно, осколки этих кристаллов помешают мне или нет? Хорошо, что я заранее это разведал и смогу сейчас забрать эти кристаллы. То есть мне надо реально бежать здесь по краешку, но я не знаю, как успеть это по времени все сделать на самом деле. Подождите-ка, я же могу телепортироваться просто... А, нет, не могу. Я думал, я могу телепортироваться к данжу, но это так не работает. Потому что, знаете, в чем прикол? Здесь данж находится внизу, а карабканье у нас запрещено. Но меня интересует, а запрещен ли у нас полет? А что, я здесь сразу же получаю на элемент мокрый, что ли? В этом... данже. Надо проверить это сейчас на всякий случай. Да господи, да просто упади. Да, здесь мокро, вот в чем проблема. Хотя подождите, нет, я не сразу получаю мокрый статус. Сейчас я хочу попробовать подождать, когда он спадет, и попробовать пройти здесь. Хм, это будет реально сложно пройти, это самое сложное испытание получается из заданий на готовку. Так, давайте мы возьмем ее еще раз. Блин, это сложно, это реально сложно. Ой, я случайно, видимо, удалил отслеживание. Сейчас еще раз тогда поставим, ничего страшного. Блин, я чувствую, этот квест станет у нас сегодня настоящим испытанием. Но если запрещен полет, то мне отсюда никак не забраться, потому что карабканье запрещено, получение элементального статуса запрещено. И если полет будет запрещен, мне никак сюда не пройти это испытание через эти штуки. Но если полет будет разрешен, то можно пробовать перепрыгнуть в воду, сразу же взлететь на крыльях и перелететь через, ну, в общем, к нужному мне месту. Но мне не запрещен спринт, но спринтовать вот там на этих уступах маленьких, это жестко, опять же. Да, давай сюда, я слышу, что есть особый заказ, да-да-да, я это уже слышал. Сейчас же доставлю. Итак, посмотрим, полет запрещен или нет. Да, полет запрещен, то есть придется обходить в любом случае. А может мне проще с другого чекпоинта перебраться? Я еще не пробовал просто. Надо попробовать, кстати, посмотреть. Допустим, если я сейчас провалю задание, я его скорее всего провалю, потому что бежать там реально надо долго. И при этом нельзя останавливаться, то есть бежать по этим тропинкам извилистым без остановок будет крайне сложно. Ну, я, конечно, попытаюсь, но что-то у меня смутные предчувствия на этот счет, что у меня это вряд ли выйдет. Так, где здесь спуститься будет проще? Блин, энергокристаллы рядом, отстой. Но я неплохо зато сократил свой путь.
Господи, ну придумывают, конечно, таких ограничений, что это жесть просто. Спринт у нас вроде разрешен, да, если я не ошибаюсь? Ну, поехали, чё? Просто на андроиде с лагами это будет сделать посложнее, чем на ПК. И главное спринтить-то тут... Ну, можно, конечно, спринтить, но... Зараза! Я не знал, что если вот наступить вот здесь, здесь будет мокро. Здесь даже не показано, что здесь есть вода. 40 секунд. А давайте засечем, сможем ли вот здесь за 40 секунд пробежать. То есть надо было реально добежать вот до сюда, здесь только повернуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И тут я статус мокрый получил. 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39... Ну, блин, это будет прямо жестко, прям чуть ли не вровень получается. Давайте я попробую переместиться сюда и попробовать посмотреть, может, от этого чекпоинта будет гораздо проще пробежать, потому что от того чекпоинта бежать вот по этим узким тропинкам, это просто жесть какая-то, особенно на андроиде, это очень сложно сделать. Может, здесь я смогу как-то бежать это все за 115 секунд? Так, ну смотрите, если я появляюсь здесь, то мне надо бежать вот сюда, здесь я могу спрыгнуть. Здесь я могу спрыгнуть. Ну и заодно желательно, конечно, здесь все зачистить. Но если здесь будет запрещено карабканье, да, то есть будет запрещено карабканье, там вроде скала мешает пройти. Ну, может, я смогу как-то обойти эту скалу без карабкания? Так, ну здесь она карабкается, здесь уже нельзя идти. Да и здесь куча воды, я не думаю, что здесь можно пройти спокойно. Да и тут еще хили-чурлы. Кстати, здесь какой-то секретик есть. Да, тут у нас имеется сундучок. Ух ты, тут еще магичка есть. Или это просто эти пчелки? Так, а я могу просто свалить с поля боя, не дерясь с хили-чурлами? Давайте я просто свалю, потому что мне не нужно с ними драться. Нет. С другой стороны, как я понимаю, если и можно обходить, как-то успеть это обойти все, то надо обходить и прям крюк делать вокруг скалы, а это будет сложно. Но, скорее всего, они подразумевали, разработчики этого квеста, что придется бегать вот по этим тропинкам микроскопическим. Блин, это ад на самом деле на андроиде. Лишь бы не пришлось бы пропускать это все, потому что я могу реально даже по времени не успеть. Потому что спринтить на этих дорожках это самоубийство, мне кажется. Потому что элементальный статус можно получить вообще легчайше. Так, давайте мы снова выберем этот квест, чтобы он у нас отслеживался. Принять. Можно, конечно, и без отслеживания. Примерно мы знаем, куда идти. Но я могу квестового персонажа на последних 2 секундах не найти. В какую сторону повернуть, поверну не в ту и не успею по времени. Давай сюда. Как я и говорил, это самая сложная доставка. То есть с ней будет реально запариться надо. Давай быстрее телепортируйся и не тормози, мужик. Если бы было хотя бы карабканье разрешено, я не знаю, зачем они убрали карабканье, чтобы я типа с верхнего телепорта не мог спуститься. Или чтобы я не мог закарабкаться по стенам данжа, а затем по стене просто залезть наверх, да? Типа из-за этого.
То есть они прям максимально подгадали, чтобы люди не смогли это сделать. Как-то более легко пройти этот квест. Так, не понимаю, кто меня там заметил, ну ладно. Пусть замечает мне, в принципе, по боку на него. Блин, здесь вода. Да-да-да, здесь вода. Вот здесь уже вода. Блин, еще подлагивать начало. Блин, вот непонятно по этим камням, где вода. Типа, вот здесь вот уже вода. А вот здесь вот на камнях, на этих же самых, уже нету воды. И вот здесь ее нету. То есть, как это определить вообще? Где есть вода, а где нету? Блин, а еще вот бегать, конечно, по этим извилистым тропкам, это то еще и развлечение. Я хочу еще проверить, здесь быстрее будет пройти или нет. Но здесь она типа карабкается, и здесь я могу легко упасть, и мне, в принципе, не надо бежать именно по этой тропинке. Потому что она меня снова приведет к месту, где надо будет карабкаться. То есть даже если подразумевать того, что типа не будет засчитано только карабканье, я смогу пройти здесь, то здесь будет пройти гораздо легче, да? Типа я иду сюда. Здесь немного поднимаюсь. И здесь могу уже спринтить до самого конца. Но если зачтется как карабканье именно в том месте, то это ничего не сработает, понимаете, в чем прикол-то? Если там... А там немножко надо закарабкаться, понимаете? Там на секунду персонаж начинает карабкаться. Именно поэтому это может стать последним для нас. То есть у нас квест прервется из-за того, что мы карабкаемся, и надо обходить все-таки по левой тропинке. Блин, ну это реально сложно. На этом мы сейчас застрянем, я чувствую, на долгое время. Но если получится хотя бы один раз перебраться, уже будет неплохо. И надо спринтить, когда есть такая возможность. То есть, пока мы не добежали еще до тропинок, надо спринтить, чтобы время сэкономить. Так, обязательно оставим на отслеживание квест. В целях экономии, опять же, времени и более знать, где тропа находится. Да-да-да, я сделаю, давай сюда. Да блин, я не то нажал. Занимайся своими делами. Окей. Да блин, да что такое-то? Чё я все время мискликаю? Я слишком тороплюсь. Хочу быстро пропустить просто все эти диалоги. Давай доставлять. Поехали. Давай, давай, быстрее, быстрее. Нам надо спешить. Главное случайно при спешке не наступить в воду и не начать карабкаться. В принципе, как таковых противников здесь нет. А, мы всю дорогу себе расчистили, кристалл уничтожили, поэтому должно быть просто... Просто пробежать надо сейчас, не убивая никого, потому что там никого нету. Через центр, конечно, чуть побыстрее, но и... Опять же, там карабкаться надо, понимаете, в чем прикол-то? Так, здесь спринтуем. Сегодня мы с тобой спринтуем. И, слава богу, здесь нет воды. Аккуратно. Ух, эти микроподлагивания, конечно. Не свалиться, не свалиться, главное здесь. Не наступить в жижу, аккуратно все делаем, чуть не наступил. Так, здесь надо идти по боку. Да твою мать, ну а почему здесь все время статус мокрый она получает? Как вот здесь пройти без получения этого статуса?
Давайте еще раз попробуем пробежаться. Чтобы понять, можно ли вообще здесь пройти, не получив статус мокрый. Блин, надо прям по тропинке идти. Вот в этом месте. Оно самое сложное. Да, она здесь прямо заруливает на мокроту и сразу же получает статус мокрый. Блин, здесь сложно пройти, здесь реально сложно пройти. У меня не получается даже сейчас это сделать, когда у меня уже нету такого ограничения. Давайте еще раз попытаемся. Сейчас статус падет, и я попытаюсь это пройти место. В принципе, если здесь вот так остановиться, то мне будет легко пройти. Господи, это хард дичайший, на самом деле. Это реально дичайший хард. Я не знаю, как это пройти на андроиде. Если у чуваков лагает еще сильнее, чем у меня, так это вообще невыполнимо практически получается. А тут еще на скорость, на время и спринтить нельзя. Ну, точнее, спринтить можно, но это аукнется тем, кто будет спринтить вот на этих горках маленьких. Потому что они никогда не бывают здесь практически прямыми, они все время извилистые, и если ты перелетишь, то это все, это габелла. Блин, как мне это пройти? Это реально сложно. Я на это сейчас кучу времени угрохаю. Ради 60 камней это, я не знаю, стоит ли это того вообще. Мне кажется, если я попробую не спешить, то у меня времени просто не хватит. Мне надо, не останавливаясь, реально бежать, потому что иначе будут проблемы со временем. Я просто не успею добежать, там еще бежать надо будет долго. Ну, сделали они, конечно, загадку, жесткую вообще. Которую реально будет сложно пройти. Можно попробовать оббежать вообще всю гору с другого чекпоинта и попытаться чисто на спринте все сделать. Но я чувствую, мне тогда времени не хватит. Потому что там оббегать надо реально много. И там камни везде, это надо целую гору оббежать вокруг, а это будет долго очень. Что-то долгие уже прогрузки пошли, я трачу на них время в большом количестве. Да серьезная игра просто. Еще и глючные камни здесь, с которых ты застреваешь намертво. Так, придется спринтить. По-моему, и не там побежал, где надо. Подожди, мне не обязательно что ли бежать по источникам, я могу их просто обойти. Серьезно? И это будет гораздо проще. Блин, серьезно? Я сам себе проблему только что выдумал. Спринтить по источникам, хотя можно было просто здесь так пробежать. Так, Хиличурл, отвали. Да, реально, я сам себе проблему выдумал, получается. Здесь можно оббежать эти источники и не бежать по этим тонким извилистым тропкам. Блин, какое же это облегчение. Мне бы успеть, правда, за 24 секунды до доставщика добежать. Этот засранец еще в самом дальнем углу практически находится. Давай, молчаливый, не доставили? Все доставили, расслабься. Все, изи-бризи, господи, наконец-то. Наконец-то это прошел. Блин, слава богу, здесь можно было оббежать. Как я мог не додуматься? Я бежал по этим тонким извилистым тропкам, хотя был гораздо более легкий вариант просто оббежать это все вокруг. О, боже мой, как же это было тупо сейчас с моей стороны. Это вообще жесть, конечно. Давайте получим наши камни истока. Да не сюда, вот сюда надо нажать. Все, камни истока получены. Теперь давайте разберемся с боевым пропуском.
Так, текущий период. Выполните 9 заданий, пока не остыло. Отлично. Новый уровень боевого пропуска есть. Замечательно. То есть можешь забрать награду. Собрать все. Но это 50 уровня. К сожалению, до конца пропуска не успею передвинуться. Давайте мы сейчас будем выполнять задание в Лиюэ. Потому что почему бы нет? Сначала переместимся в двор Вайшу. Блин, я, по-моему, забыл пометить на отслеживание это здание, ну ладно. Здесь, кстати, есть задание на время, то есть на то, чтобы убить врагов за определенное время в Лиюэ. Мне это не нравится немножко, потому что там реально есть сложные задачи, но нам придется это выполнять в любом случае. Благо, сейчас пока не надо торопиться никуда, то есть бежать прямо на задание и все дела. Я думаю, здесь могу сразу перелететь на нужный мне остров. А, тут задание у квестового перса прямо, интересно. Значит, это будет что-то не весьма необычное, скажем так. Надеюсь, это будет не что-то на время. Пожалуйста, только не на время, братан. Хотя это может быть девушка Дзян Сюэ. Но Дзян это вроде мужское имя, если я не ошибаюсь. Так, здорово, братан. Рыбак Дзян Сюэ, принято поручение. Что ты делаешь? Ловлю гигантскую рыбу. Готовить монстры попугали всю рыбу? Конечно, не вопрос, благодарю. Сзади появляются монстры. Окей, я понял. Главное не на время, что это сделать надо. Блин, тут еще этот маг мерзкий. Что-то урона много проходит, надо от мага избавиться. А, все, я убил его, он сгорел, видимо, догорел уже, получается. А, еще монстры, подожди. Два чувака со щитами, вы что, офигели, что ли? Мы их жахнем сейчас вот этой шнягой. Бьем их элементальными навыками, они проходят сквозь щиты. Ждем, когда застранцы откроются. Так, один открылся, ударяем. И второй тоже, по-моему, открылся. О, вода проводит электроэнергию. Это хорошо прямо. Блин, ну два щитовика, это, конечно, жесткое. Снова электроэнергия через воду у нас действует. Хорошо. А че он хилится, я не понимаю. Ах ты мразь конченая. Сейчас я разберусь с этим засранцем. Он его хилит. Как вообще ледяной маг может хилить чувака со щитом? Непонятно. Я думал, только древесные умеют хилить, но, видимо, нет. Видимо, все умеют. Так, давай-ка мы с тобой по-быстрому разберемся. Сразу же статус заряжен и пошел элементальный урон. Не хочу с ним просто париться, еще его щит пробивать 1,5 года. Давайте сразу с рыбаком пообщаемся. А нет, еще не все. Серьезно, страж? Ты чё, совсем офигел? Чё у тебя такие сложные задания? Убить стража? Серьезно? Ладно, мне хотя бы повезло, что он всего лишь 40 уровня. Он сам умер? Что, простите? Что ты сделал?
Чё-то я не понял, откуда делся элементальный страж, он просто взял и умер сам по себе. Я вроде не добил. Так, ну ладно, поручение принято, и то хлеб как бы. Давайте мы с долины Гуйли проще будет добежать, чем отсюда сейчас пилить. Ой, знаете, чем мне нравится в Лиюэ? Что тут нету квестов на доставку еды. Хотя, блин, вот накаркал, сейчас 100% есть какой-то квест в Лиюэ на доставку еды. В самом городе, где чувиха мне скажет, иди доставь там вот это вот за определенное время. И ты такой, ну ясно, понятно, вот это вот, да. Так, нам сюда. У нас есть ульта, если что, поэтому мы сможем легко победить этих монстров. И быстро, самое что главное. О, непрогружающийся мост. Отлично. Текстурки еще не проявили себя. Интересно, что там будут за противники? Наверняка охотники за сокровищами какие-нибудь. Ну, либо, опять же, не, хили-чурлы, ясно, понятно. Никакого разнообразия. Здорово, пацаны, наслаждайтесь. А, вот что за тут за засранец, тут маг бездны еще есть. Так, это ледяной у нас маг, поэтому используем ульту этой. Эмбер, чтобы его пробить, его щит. Ну а дальше уже работать у нас продолжает наша барышня. Так, готово, в принципе, разобрались. Дальше следующее поручение. Следующее поручение у нас где находится? Так, в самом Лиюэ нету, значит, должно быть где-то в окрестностях. Ага, вижу одно. Так, опасные перевозки, отслеживание. Нифига себе, кстати, награды нормальные даются за ежедневные квесты. Там помимо еще этого, камней истока дается руда, чтобы улучшать оружие и так далее. Еще и аксессуары, по-моему, даже какие-то даются. Прикольно, 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 конечно, это. Так, ну это, в принципе, где-то внизу. О, нет, только не это задание. Как же я его не люблю. На, получай, короче. А, у него еще здоровье не появилось к этому времени. Хорошо, что сейчас у меня атака прокачана у Джин, и я наношу достаточно много дамага по этому слаймовому растату. Этот маг, кстати, может поле поставить, которое будет регенить здоровье растату. Или это водяной маг это делает, я уже не помню. До свидания. Так, еще одно поручение выполнено, осталось вроде последнее. Где тут только находится, я его не вижу. Может быть, я его уже выполнил? Или оно реально в Манштате где-то? Да вроде бы нет. Не, оно где-то в Лиюэ, но я его почему-то не вижу. Хм.
Не понимаю, где же оно тогда находится? Давайте посмотрим по заданиям. С высокие волны, отслеживать цель. А, потому что оно находилось здесь. Понял, принял. Ну, поехали. Оно находилось в самом нижнем правом части, в нижней правой части карты, поэтому я его сразу не заметил. Но бывает что. Надо бы еще оружие Байдоу повысить, то есть она у нас уже низкий урон достаточно носит. Надо как-то и оружие, что ли, прокачать. Да и навыки, а точнее таланты тоже надо бы вкачать. Но я не знаю, есть ли сейчас данжи открытые, которые позволят мне пройти, заработать ресурсы для как раз-таки повышения талантов. И раскачку оружия. Удачи, удачи, пацаны. Чё это такое? А, это бочка. Блин, засранец все-таки попал по мне. Так, ну здесь проще будет через центр пробежать. Блин, тут маг еще. О, кстати, это я хочу. Роскошный сундук, это как бы не везде валяется. Его надо взять 100%. Правда, тут еще придется с хиличурлом. Не то. Ну понятно, сильный противник против большого сундука, это как бы ясное дело. Блин, это заграждение очень мешается. Че, нету больше твоего щита, да, братан? Блин, там не один этот сундук, там еще есть один. Ну, роскошный сундук это прямо хорошо будет собрать, конечно. Так, это я возьму, наверное, все-таки. Взял, да, взял. Так, забираем роскошный сундук. Ну, драгоценный сундук, окей. Не роскошный, а драгоценный, но тоже неплохо. И вот этот бы сундук я бы тоже взял. Он, конечно, не такой крутой, скорее всего, здесь у больших хиличурлов не будет. Так, до свидания, парниша. Блин, жалко, вот эти штуки не пропадают после... А, короче, пошли нафиг, я вот так сделаю просто и не буду париться с вами. Так, где мой сундук? Готово. Нифига себе, целых 13 монстров надо здесь победить. Блин, там тоже сундук, тоже надо брать. Здесь, по-моему, еще более крутой сундук, учитывая по силе противников. Больно. Ну чё себе жесть какая тут происходит. Они одновременно использовали крутящий удар. Оба противника.
Мне кажется, его щиту пофиг на мою атаку стрелами. Хотя фиг его знает. Давайте ультанем, чтобы восстановить здоровье, и заодно мага продамажить как можно сильнее. Ну начинается. Не может быть такого, чтобы с него только маска выпала. Ну да, как я и думал. Еще рок выпал. Так, я, видимо, здесь не всех убил, потому что еще есть задание. Это вот этот вот, что ли, еще остался парниша? Вполне возможно. Да, это он еще оставался, отлично. О, здесь есть синенький предмет, это прям замечательно. Яйцо еще у кого-то вывалилось. Да, еще один драгоценный сундук, к сожалению, не роскошный, но тоже пойдет. Сегодня прям у нас мини-задания такие достаточно жесткие относительно. И здесь надо еще и 13 монстров победить. Это достаточно дофига. Но, скорее всего, это будут обычные хиличурлы. И не жду от них чего-то опасного. А че этому чуваку урон не нанесся? Братан, хочешь полетать по воде, немножко побегать? Да как вы задолбали, а? Да хватит уже это делать! Не-не-не, не надо, не отправляй меня в полет туда, я не хочу. Вторая волна пошла. Ага, то есть слайм даже не потушенный, он не взрывается. Это еще не вся волна, прикиньте. Тут три волны монстров. Так, минус один маг, уже неплохо. Еще этот мерзкий маг, знаете, который типа... Со щитом, но я быстренько его уничтожил, в принципе. Нифига себе, из него понападало лут это. Но этого мага будет сейчас достаточно просто убить. Мы просто его скинем в озеро, и он погибнет там автоматически. Блин, прикольно, что вещи не выпадают там, где противник умирает, а там, где он стоял. То есть в воде они не оказываются, им не приходится плавать за ними. Это прям хорошо. Сейчас соберем тут всякие выпавшие из противников штучки-дрючки. Ну и из ящика в том числе пшеница, морковка, все это лишним не будет. Так, ну и погнали уже завершать свои задания в Лиюэ. То есть получать свои награды. А затем пойдем либо по доп-квестам, либо по улучшению талантов и оружия, то есть в данже. Либо же пойдем бить боссов. Я еще не знаю, что именно я хочу. Но что-то я явно хочу. Мне надо еще улучшить эту Бейдоу до 60-го и начать улучшать Мону, потому что я хочу ее добавить уже в свой основной отряд вместо Нингуан, наверное. Либо вместо Эмбер. Но лучше вместо Нингуан, потому что Эмбер мне еще пока может пригодиться с ее стихией. А вот камень, он не всегда нужен. То есть, бывают, конечно, задания, в которых он нужен, но точно так же бывают задания, когда нужна вода. Но гораздо реже, правда.
Блин, я боюсь сейчас статуса мокрый, когда я вижу его, я начинаю, типа... Да, господи. Надо было сразу начать подниматься по лестнице, потому что здесь нормально по-другому не пройти. Так, подруга, я выполнил несколько квестов. Давай сюда награду. Да-да, к звездам бездным. Давай сюда сначала экспедиция. Я, кстати, забыл поставить в прошлый раз экспедиции. Поэтому буду ставить их сейчас. Так, завершаем экспедиции. Опять же здесь. Здесь. И отправляем чуваков на новые. Так, я хочу мясо, поэтому пойдет на мясо у нас фишель. А дальше пойдет у нас... За какой рудой мне нужно? Или не за рудой, может быть? Может, за морковкой и редисом? Не, давайте цветок сахарок мне нужен, поэтому Беннет пойдет за ним. Так, и в Лию еще надо отправить чувачков. Так. Ну, давайте вот за этими ресурсами пойдет Чун Юнь. И еще, допустим, на 12 часов у нас пойдет какой-нибудь другой герой в этом... так сказать, в этом городе. Ну, пусть это будет, допустим, Сахароза, я не знаю. Ну, вот так вот, в принципе, пойдет. Так, теперь насчет наград их за экспедиции, ой, за ежедневные задания. Давай сюда, награды поручений, вот ваша награда, окей, не вопрос. 20 камней истока, прочая шляпа. Так, теперь награды за боевой пропуск. Хорошо. Мисс Лянь. Так, и теперь мне надо посмотреть, если у меня уже открылась репутация в Лиюэ. Нет, не открылась. Тогда сейчас мы делаем просто, мы смотрим, чего нам не хватает для оружия, для героев. Во-первых, допустим, для возвышения этой барышни мне надо очень много одуванчиков и убивать босса. Это пока еще рановато, я думаю. Давайте мы повысим уровень нашей Бэйдоу. Да, придется потратить лишний опыт, но ничего страшного. Так, и теперь с Моной разберемся. Так, Мона, сюда, пожалуйста. О, почти 40 уровень, давай все вливаем в Мону. Блин, мне все равно карточек не хватает для даже поднятия 40 уровня. Ну, почти хватает, кстати. Давайте последнюю тоже в нее вливаем. О, и теперь надо разобраться с этим. С оружием, наверное. Так, здесь требуется три вот эти штуки. Но у нас пока обе закрыты, поэтому для нее у нас печально все. Что у нас по талантам? Одуванчиковый бриз хотелось бы вкачать, но мне опять книжки вот это не хватает. Может быть, вторник, пятница? Нет, тоже сегодня нельзя это сделать. Окей, понимаю. Ни таланты, ни оружие не могу прокачать. Так, что у нас по бейдол? А, здесь требуется, кстати, вот эта штука. Возможно, она сейчас доступна. Не, нифига подобного. Может быть, тогда по талантам что-то есть у тебя непрокаченное? Давай посмотрим. Возмездие. Угу, да, здесь есть уже. Похитители сокровищ, 60 уровень, либо в алхимии создать две монеты. Да, я, наверное, думаю, стоит это сделать, да? Монеты создать. А книжки у нас требуются где не в среда, суббота, либо воскресенье. То есть я могу только один талант прокачать, и для этого мне нужно всего две монетки. Так, таланты насчет у этой барышни, а здесь я вообще ничего не вкачал, оказывается. Ну давайте их очень немножко прокачаем, чтобы она посильнее стала. Угу, уже не хватает печати в застрельщиках, некоторые агенты Фатуи и маги Фатуи. Окей. Здесь же опять у нас много чего не хватает. Так, ну нам нужно две монетки создать, в принципе. Можно это сделать быстро в алхимии, чтобы не фармить их, если они, конечно, у меня имеются, эти самые монеты. Потому что я мог их сейчас потратить, к тому же, допустим, на Эмбер. Алхимия. Да-да-да, земля-ветер, сотвори, бла-бла-бла. А где тут, кстати, этот парень? Его здесь нету. Так, секунду, возвышение таланты персонажей. Нет, здесь нету. Тогда получается возвышение оружия. Тоже нету. Возвышение уровня персонажей, либо эта штука. Вот они, печать уровня ворона. Мне как раз на две хватает. А есть что-нибудь с бонусом?
Может, у меня какой-то персонаж с бонусом? Да, Сахароза есть. Надо будет ее поставить в алхимию сейчас. Других вроде у нас бонусов нету. Давай тогда по одному делать, потому что есть шанс создать сразу два. Но не повезло в первый раз, а во второй раз, может, повезет. Не, тоже не повезло. Ладно, бывает. Теперь мы можем с вами повысить талант нашему персонажику Бэйдоу. Угу. И призыв волны надо уже, чтобы прокачать вот эти книги, которые мы, у нас недоступны пока что. Здесь мы тоже ничего сделать не можем. А вот это прокачать бы хотелось на самом деле, осколки звезд. Но для этого нужны застрельщики и некоторые агенты Фатуи. И некоторые маги электроцицинов. Так, по Эмбер у нас еще требует все новый уровень возвышения, это все понятно. А по оружию Эмбер я еще не посмотрел. Здесь требуются вот эти штуки. В понедельник... А вот это вот вроде бы сейчас можно пройти, да, испытание? Да, здесь есть некоторые фрагменты, короче, этой штуки. И эти штуки, по-моему, падают с агента Фату, либо создаются в алхимии. Их нужно 6 штук. Ну, не знаю, нужно ли мне сейчас прокачивать оружие Эмбер. Я ей обычно не играю. Поэтому такое себе, как бы. А здесь у нас нужна среда, суббота, опять же, воскресенье, понедельник. Понимаю. То есть, единственное, что я могу сейчас скачать, это вот этот вот талант. Но мне нужно найти еще застрельщики и некоторые агенты Фатуи. Я не думаю, что мне это сейчас настолько прерогативно, чтобы я занимался сейчас прокачкой Нингуан. Ее ульты, скажем так. Хотя было бы неплохо. Но опять же, неохота искать сейчас застрельщиков специально для этого. Мне интересно, смогу ли я сразиться сейчас с боссами и попробовать их победить. И надо еще посмотреть, какой с каких боссов падает лут. Стоимость сбора наград 60. Здесь у нас падает, собственно, меч, двуручный меч, книга. Но тут копье. Мне кажется, с боссов падает все то же самое. Единственное, только здесь падают предметы для более низкого уровня, скажем так. А здесь все-таки более какие-то мощные предметы падают. Поэтому, наверное, все-таки я бы пошел к этому боссу для начала. Блин, жалко, нельзя к нему сразу телепортироваться. Надо обязательно до него бежать. Ну ладно, окей, типа пробежимся, что нам стоит дом построить. Потому что я бы хотел, наверное, с волком сразиться. Интересно, могу ли я сразиться и с волком, и с драконом? Было бы классно. Конечно, это очень много времени займет, но как бы нужно выбивать фрагменты оружия, чтобы как-то прокачивать камнетес одноручный у этой, как ее. Ну, чтобы крафтить камнетес и крафтить двуручный меч для Бэйдоу. Нужны предметы, они падают как раз боссов в основном. Больше их достать негде, потому что у торговцев я их вроде бы все купил. Здесь вроде не пройти, надо карабкаться именно на скалу. Ух, что до этого волка, конечно, дойти еще та проблема. Здесь еще не залезть, понимаю. Так, что-то у меня выносливость заканчивается, не очень приятно. Хм, я не залезу здесь, надо прикорнуть где-то. Ну, вот здесь вроде можно отдохнуть, наверное. Да, можно. Ух, же добраться к этому волку не так-то просто. Возможно, стоит вообще отсюда телепортироваться куда-нибудь из самого Вольфендома, идти просто по дороге, и так было бы в 10 тысяч раз быстрее. Вряд ли, конечно, но... Я думаю, меньше бы проблем это доставило уж точно.
Да блин, да что так высоко-то надо закарабкиваться? Так, погнали бить волка, наверное. Так, где тут этот меч? Ага, вижу, только сейчас он прогрузился, но окей. И как я понимаю, босс одновременно... Тут не надо даже выбирать уровень босса, здесь он появляется сразу же. То есть, как я взаимодействую к этой штуке, босс появляется сам по себе. Окей, давай попробуем. Секунду проверил запись, ну и теперь можно приступать к битве с боссом. Ну, иди сюда. Я не помню, наносит ли ему урон мои анемонавыки. Не, у него, по-моему, иммунитет к ним. Надо использовать, кстати, вот этот защитный навык не один раз, когда противник ударит, а, так сказать, ждать от него каких-либо уронов. Вот и говно, конечно. Просто отпрыгнул сначала. Гаси у него урона, конечно, жесть. Так, ну против льда самое лучшее это огонь, как бы. Неплохо, кстати, Эмбер дамажит, если так посмотреть. А ладно, не буду ждать его атаки, сразу же на него нападу. Вторая его фаза, как по мне, гораздо легче проходится, чем первая. Ему ветер почему-то не наносит урона. Странно, вроде бы лед не должен блокировать ветер, но он почему-то его блокирует. Судя по щитам, который наносится урон по щитам элементальными навыками ветра, то почему-то волк не получает урона от этих навыков. Блин, почему, когда я начинаю нажимать вот этот усиленный навык, он не атакует меня? Это он, типа, настолько умный, что, типа, догадался не атаковать? На, получай тебе на 800 тогда, раз такой умный нашелся. Не успел увернуться. Угу. До свидания. Че, еще будем бегать? Он, по-моему, три раза атакует, да? И третий у него идет, по-моему, усиленная какая-то атака. Да, вот такая вот по области. Да блин, туда стал убегать. Еще несколько ударов на большом расстоянии наносит. Да ты офигел, дай мне подойти к тебе. А можно уже на вторую фазу перейти, чтобы мне тебя легче было дамажить? Блин, получила по щам у нас Джин. Да господи, он задолбал бесконечное комбо-связки использовать. Наверняка у него есть какое-то слабое место, которое надо именно дамажить. О, ну начались гонки. Гонки, горки и так далее.
Угу. Давай дубль 2. Так, ну и последний остался его удар. О, наконец-то пошел второй этап. Замечательно. Во втором этапе просто ему гораздо легче урон наносить. Успел отхилиться, хорошо. Какие-то кристаллы пошли, которых я не помню в предыдущем этапе. Точнее, не в предыдущем этапе, а в предыдущей моей схватке с этим волком. Как это ты делаешь вообще? Сейчас наверняка волков начнет своих призывать. Да блин, ты задрал. О, кстати, я же могу его сейчас вот так вот задамажить неплохо. Можно щит взять, он хотя бы один удар босса заблокирует. Так, сзади мне не очень нравится его стоять, он своим хвостом. Спереди не, тоже не стоит стоять, нужно стоять именно сбоку, мне кажется, как-то так. О чем по мне удар сейчас не прошел? О, прикольная атака, надо выбрать Джин, потому что она не получает особо урона от нее. А, пошли волки. Понял. Прекрасно, конечно, помещается в кавычках босс в камеру. Все, до свидания, парень. Ух, это было сложно, но я справился. Окей, хорошо, поехали. Да, приступить. Давай заберем. Ну давай, используй, чё тупишь-то? Халявка посыпалась. Так, форма лука. Не повезло мне с формой лука. Я хотел себе форму меча. Какого-либо, либо обычного, либо двуручного.
Ну, этой формы лука у меня уже 3 штуки, и я не знаю, какой лук крафтить в кузнице, так сказать. Выполните испытание волка севера. Давай сюда. Плюс 26, окей, хорошо. Можно еще посмотреть, могу ли я с ним еще раз сражаться. Волчий лорд, несобранных сокровищ одно из одного. Что это значит? Это типа какое-то с него особое сокровище падает или как? Я, видимо, могу с ним сражаться бесконечное количество раз. А вот с этими боссами, видимо, нет. Типа дракона из логова ужаса бури. Можно сейчас попробовать посмотреть, могу ли я сразиться с ужасом бури. И если да, то почему бы и нет? Хотя, с другой стороны, мы сегодня и так очень много времени потратили на боссов. Может быть, сюжетом заняться? Я вот думаю. Типа, скорее всего, я могу, конечно, с ним сразиться, но давайте проверим. Да-да-да-да-да, и типа анимация вот это вот интересно, бла-бла-бла. Но я думаю, даже если с ним можно сразиться, я, наверное, все-таки по сюжеткам пойду. Да, у меня еще есть. Есть еще попытка. Но я не хочу сейчас, может быть, в следующий раз. А пока я бы хотел все-таки, не знаю, там, приступить к выполнению сюжеток. И, кстати, я кое-что еще вспомнил. Тут же был сюжетный квест где-то... Где-то был здесь сюжетный квест, вот здесь, рядом с озером. По-моему, он был где-то... Вот здесь. Если я не ошибаюсь, поэтому пойдем сюда. Поехали. Надо взять этот доп-сюжетный квест, потому что у нас нет вообще доп-сюжетных квестов, и мы давно их не проходили, поэтому почему бы их и не пройти? Так, где этот парень находился? Где-то там, наверное. О, там сундук есть. Здорово, пацаны, я за сундуком пришел. Это то ли каменный, то ли огненный маг. Давайте немножко отхилимся, потому что почему бы нет. Да что это за хрень такая летающая? Отстань от меня. Мне сейчас не до вас. Если я буду драться с каждым встречным Подождите, там были скалы, да? Вот эти, не скалы, а эти башни для... электрических персонажей. Только не говорите мне, что здесь на время. Сейчас проверим, если одна из башен потухнет, то на время... Да, это на время, зараза. Так, но у меня есть для этого такая особая штучка. Так, нажимаем отряд. И можно Нингуан на время заменить на прекрасную такую барышню, как Фишель. Да. Да не детали, просто заменить на Фишель, сменить.
И теперь мы можем... Да, Татай нассал, да-да-да. Татай плохой человек. Так, собственно... Делаем так. А чё не работает? Я не понял, почему одна из башен не зажигается, Фиши? Именно вот это вот. Почему-то на нее не действует элементальный навык. Блин, почему-то я не могу попасть по этой башне. Изейше. Все, спускаемся вниз, забираем наш сундук. Халява! Так, и мне надо сейчас двигать куда-то сюда. По-моему, здесь где-то задание было. Да-да-да, вон оно. Так, ну сейчас нам на элементальные как сказать... О, тут еще геокул есть, а где он находится? Не говорите, что где-то сверху. Да вроде нет. Серьезно, я его здесь не собрал, хотя он валялся вообще на самом видном, очевидном месте? Типа, это был самый легкий геокул, который только можно было придумать. Даже прыгать не пришлось. Так, и нас здесь открылось, собственно, теперь... Да, надо опять в отряд, кстати, добавить, как ее, Нингуан, потому что здесь вроде бы показана стихия этого камня, и у меня ее как раз нет сейчас в отряде, поэтому сменить на Нингуан. Ну и давай посмотрим, что за квест. Проклятие, как я не буду рисовать, в чем дело? Путешественник, это ты, привет, я искал вдохновение у пруда Лихуа, собрался написать несколько картин, чтобы забрать их домой. Но так я не смог подобрать подходящий ракурс, и мои попытки остались неудачными. Я был так увлечен поиском мест, что заметил пропажу кистей и красок. Только когда пришел сюда, должно быть, я оставил их там, где писал предыдущие картины, поможешь мне их найти? А где ты писал? Честно говоря, я не помню, я был настолько поглощен художественным процессом, что не замечал ничего вокруг. Но я успел написать лишь две картины, поэтому кисти и краски могут быть только в тех двух местах. Возьмите картины, уверен, что принадлежности найдутся в одном из которых я писал месте. Пожалуйста, принеси мне их, я буду где-то здесь и продолжу искать проходящий ракурс. Окей. И я могу считерить здесь, на самом деле, потому что я знаю примерно, где они находятся, эти картины. Поэтому почему бы не считерить? Я просто когда заходил на стрим, чувак тоже пробегал мимо этого места, и я примерно знаю, где находятся эти, собственно, краски, да. Картины можно разглядывать, там просто будет пейзаж того места, где они типа находятся. Но зачем мне это знать, если я и так знаю, где картины? Ну, примерно. Точно я, конечно, не знаю, но, наверное, он где-нибудь на этом холму писал. Да, вот я вижу что-то подобное. Наблюдать. Наверняка то место, да-да-да-да. Здесь вот типа должно быть это место. Итак, краски и кисти, исследовать. Краски, которые искал, отлично. А второй, собственно, второе место, это, по-моему, тоже где-то рядом с чекпоинтом. Вот только вот где именно? Ну, наверное... Ну, тут один чекпоинт рядом. Я просто помню, что точно рядом с чекпоинтами. Где-то на возвышениях. По-моему, это где-то здесь. А, нога. Попробуем поискать здесь. Куда-нибудь выйти на возвышенность и... Мне кажется, это где-то вот в этих руинах, где-то на возвышенности должно быть. Сейчас посмотрим. Будет самое легкое испытание в моей жизни. Так. Квест, точнее. Ну давай, вставай, чё.
Разберемся с тобой для начала. Раз уж ты здесь отреспавнился, хотя я тебя уже здесь вроде убивал. Да как ты меня задел вообще? Да блин, да как ты задел? Я же вне радиуса был. Главное, не крути сейчас, пока у меня ульта действует, окей? Да блин, дурацкая колонна. Так, ну щит меня спас от этого урона, в принципе. Все, до свидания, что ли, уже? Быстро ты, конечно, отвалился. Так, устройство хаоса собираем, конечно же. Ну, где-то здесь, наверное, не знаю, может быть, вот тут? Да, я слышу, что-то мигает здесь. Да-да-да, он вот здесь писался, окей. Хм. Вижу. Как я мог это упустить? Непонятно. Ну чё, полетели? Здесь квестик на разблокировку этого подземелья я уже прошел, мне нужно только добежать до Вермеера сейчас. По-моему, он как раз, если бежать по этому мосту, будет где-то здесь. Он где-то рядом между статуей был, по-моему, если не ошибаюсь. Вон он, по-моему, да-да-да. Он рядом с этим столбом был, я его даже вижу отсюда. Хоть и весьма офигово. Потому что он за столбом прячется. А нет, он только сейчас прогрузился. Видимо, это камень просто был. Понятно. Так, Вермеер, здорово. Да, вот твои кисти и краски. Я оставил их в одном из мест. Забываю собрать. Ты собираешься продолжить рисовать? Не упоминай об этом. А, до того действительно обнаружил статуи. Сменил место. Пейзаж оставался тем же. Ценность. Больше напоминает мне глаз. Не обращай внимания. Камушек ни к чему. Окей. Сферический камень. Я знаю, куда его вставить. Опять же, я был на стриме, поэтому я увидел это случайно. Камушек вставляется в затылок какой-то из этих статуй. Но я не помню, какой именно. Может быть, вот этой? Да, таинственная статуя. Есть углубление, вставляем камень. Да блин, подожди, я его забыл выбрать. Так, готово, вроде бы я камень вставил, и что должно произойти? Там еще, кстати, сундук есть, надо бы его взять. Давай без грязи на этот раз.
Так, чувак отправляется в небольшой полет. Тоже хочешь полетать, как твой друг, да? Ну, такой себе сундучок, конечно. Меня вот интересует, а во второй статуе мне нужно вставлять камешек? И где мне найти второй камушек? Для того, чтобы в затылок вставить статую. Или здесь нет углубления? А, здесь нет углубления, хорошо. Тогда, видимо, у нас должен был активироваться тот столб. Или нет, подождите. Но там же нету второго места, куда я мог вставить эту фигню. Угу. Подобрал его у пруда Лухуа. Подожди-ка. Озеро Лухуа? Но это пруд, это не озеро, да? Или тут где-то есть пруд еще, получается? Может, можно как-то по квесту пойти этому? Наверняка он еще не завершен. Возможно, второй камень я найду где-то в прудах вот в этих вот. Да-да-да, я вижу что-то такое. Мне пока сейчас до Курляписа дела особо нет, а вот камень я бы взял. А, это не то, это качан капусты. Видимо, я не нашел еще его. А что это за статуи, к примеру, да? Угу. А здесь, по-моему, проходит только одним способом, имея мой отряд. А, то есть мы должны с вами использовать, получается... А, нет, подождите, я могу же сделать это совсем по-другому. Я могу выбрать сейчас Нингуан. А, нет, мне все равно понадобится другой перс еще в отряде, подождите. Так, отряд. Мне нужен главный герой. Так, меняем Эмбер на главного героя. Сменить. Мне нужно одновременно три плиты нажать. Для этого мне понадобится главный герой. Также мне понадобится стенка Нингуан. И теперь я могу встать, по сути, сюда, да? Хм. Ворота, видимо, криво поставились. Надо еще раз их переставить. Вот, сейчас нажалось. Теперь берем этого пацанчика. А, видимо, знаете что? Видимо, ворота, они не... Точнее, камень, он не ставится на эту штуку, она типа не активируется. Могу ли я двое ворот поставить? Вот в чем вопрос. Не, у нас одни исчезают, когда я активирую вторые. А долбанный камень вот этого чувака, он не ставится, самое что печальное. То есть он не активирует эту платформу. Или активирует. Хм. По-моему, он реально не активирует эту платформу. Я не знаю почему, но... Может быть, возьмем кого-нибудь другого каменного героя. У нас только один остался, это... Наэль? Мне кажется, она тоже не может активировать эту шнягу. Блин, а это будет сложно сейчас пройти.
Зараза такая, а? Блин, почему навык главного героя не активирует эту печать? Меня вот это вот напрягает, честно говоря. Но Ноэль здесь мне Ноэль никак не поможет. А эти печати, они активируются только Гео или не только Гео? Давайте проверим. Допустим, я Байдо возьму и встану сюда. Да, смотри. А нет, активируется, окей. Эта штука не активирует печать. Да, она не активирует печать. А если сделать вот так, она, может, не исчезнет? Да, она исчезает все равно. Мне надо еще попробовать других персонажей, допустим, того же Кея, может быть, его ледяной навык как-то работает на этой штуке. О, подождите-ка, я кое-что придумал. Может быть, это не обязательно должен быть каменный персонаж? Может быть, я могу активировать печать вот этой хренью? Да, зацените, могу. О, отлично, сработало. Отлично. Хорошо. Я получил богатый сундук. Но, блин, это не то. Это не камень был. Это было просто ивент какой-то. Это, по-моему, тоже не то, что мне надо. О, вон есть еще одно место, которое можно обыскать. Погнали. Блин, здесь пшеница тоже не то, что мне нужно. Да я понял уже. Вон еще есть по... А нет, это просто светится кувшинка. Где же этот камень может находиться? Я уже вроде все проверил, практически. О, я вижу. Вижу еще одно место, где он есть, скорее всего. Пару хиличурлов убили. Из одного из них даже что-то вывалилось. Но если не здесь камень, то я фиг знает, где он. О, наконец-то я нашел его. Блин, чашечку лотоса не собрал, потому что поздно появилось предупреждение об этом. Ну не предупреждение, а как это называется? Уведомление.
Только вот в затылке второй статуи я не мог найти фрагмента для вставления камня. Может быть, она находится где-то спереди лица, я не знаю. Либо вообще в ногах. Может быть, в мече? Сейчас посмотрим. Но запрятать его в какой-нибудь из пяток было бы на самом деле достаточно умным решением для разработчиков. Но нет. Может, просто я недостаточно долго там постоял и просто не показалось. Типа, то, что можно там вставить камень. А нет, смотрите-ка, я, видимо, реально упустил. Ну ладно. Вставить. Дырка, отверстие. Так, применить. Вставить. Так, и что должно произойти сейчас, как я понимаю? О, разблокировался столб. Окей, понял, принял. И я смогу, видимо, получить сейчас, открыть эти ворота и получить все, что там находится. Но, скорее всего, мне придется драться с какими-то противниками. Ну ладно, я готов, типа, в принципе. Эти камни — глаза двух статуй. Я могу себе написать что-то достойное. Спасибо, отсталкивает найти ракурс. Окей. Давай, вали отсюда. Расслабься и наслаждайся, как говорится, видом. Так, можно мне Нингуан взять и, наверное, ворота активировать, я не знаю. Так, я могу активировать эту хрень. Ага, нужно убить врагов. Причем за время. Блин, а время-то идет с нормальной скоростью. Игра у меня тормозит. И это три мага, серьезно? Блин, я с лагами не успею пройти это все. Как бы сильно я не хотел. Можно, конечно, пробовать ультануть. Видите, время-то идет с нормальной скоростью. Ну да, я при лагах не могу это пройти просто от того, что время идет как бы... Игра-то лагает, а время идет с обычной скоростью. Я просто не успел их завалить за полторы минуты. Испытание провалено, что я могу сказать. Давайте еще раз попробуем. Если не получится, то я пройду это в следующий раз. Причем время начинает идти еще до того, как появляются противники. Блин, он увернулся в самый неподходящий для меня момент. Ну блин, ну задолбали морозить. Да я не могу выйти отсюда, вы задолбали уже реально.
Блин, я не могу с лагами это пройти, это невозможно. Просто время идет с нормальной скоростью, игра лагает. Типа и фиг знает, как это пройти. Короче, ну нафиг, я сейчас это проходить не буду. Я пройду это в следующий раз, когда у меня не будет лагать, и я смогу уложиться в эти полторы минуты, потому что они всего лишь 40-х уровней, и быстро щиты можно развалить. Ну блин, ну это обидно то, что типа тебе просто не везет, потому что у тебя время идет с нормальной скоростью, а игра при этом лагает. Почему разработчики это не пофиксили для слабых телефонов, непонятно. То есть, блин, неужели так сложно было это реально сделать? Так, получаем, короче, здесь за за штуки-дрюки, за прохождение. И, наверное, на этом мы будем с вами пока что заканчивать. Надо посмотреть, сколько у нас, кстати, этих фрагментов с этого, ну, поняли, да, камней истока. Ну, в принципе, ничего нового. И здесь у нас получается 10 стартовых. Здесь у нас сколько сфер? 7. Нет, 7 это мало. 7 это очень мало. Так что нет. Ну ладно, тогда на этом я буду заканчивать. Пройдем это в следующий раз, когда у нас не будет лагать, и мы сможем уложиться во время. Потому что я не хочу сейчас пытаться. Я уверен, что даже с лагами это возможно сделать из-за их слабого уровня. Но это надо, чтобы они все одновременно в одном месте появились, и их жахнуть ультой какого-нибудь из персов. У нас сейчас все ульты просраны, нам нужно их набивать заново. И как бы это займет некоторое время. Так что на этом я буду заканчивать. А с вами был Ник. Большое спасибо за просмотр. Удачи, до скорых встреч. Пройдем это в следующий раз. Увидимся. Пока-пока.